Я рад вас приветствовать. Вашему вниманию я предлагаю бритвы, которые буквально, дай бог памяти, вчера прибыли из Франции. И после того, как я закончил обрабатывать заказы, прибывшие от заказчиков, естественно, это всегда в приоритете, выбрал время и подготовил вот эту группу. Вот эти три модели. Это бритвы с фабричного складского хранения. Прибыли они в такой бумаге, типа восковой. Бритвы абсолютно новые. Со слов продавца, датируются они приблизительно 40-50-ми годами 20 века. Торговая марка Гордель Атьер. Бритвы в размере 5 восьмых, на четверти выборки, оправа рог на каждой из них, клинышек костяной. Естественно, бритвы абсолютно новые. Очень такие, я бы сказал, толковые высокоуглеродистые стали несут на борту. Такие, абсолютно универсальный размер. Небольшие, не маленькие. Ну, безусловно, изящные штуки. Так, номер раз. Вот номер второй. Вот он номер третий. Естественно, поскольку выборка стремится к клину, я думаю, в работе будут практически беззвучными. И вот еще одна бритва, которая прибыла отдельно. Это побольше, постарше. Барберский нос, но оправа также роговая. Клин костяной. Это Морель Арль. Кстати, тоже крайне такая мелкозернистая, я бы так ее назвал, сталь. Ну, здесь уже у нас выборка половинная, поэтому наверняка будет звуковое сопровождение в виде шелеста. Вот, в общем-то, вот такая вот группка. Вот эти ласточки предлагаются любому желающему по цене 1500 гривен. Вот это по цене в 1700 гривен. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Всем удачного дня и до скорых встреч в эфире.